Ти живий. Некоторые красавицы просто отдыхают, сидя на месте и на стволах растений, и позволят себе рассматривать во всей красе. Многие бабушки также не хотят присесть, помахивая крылышками на понравившихся им посетителей. Нежные и хрупкие, неотразимо красивые творения могут быть незабываемым впечатлением детям и взрослых. Мы приглашаем посетить наш чудесный сад. А у них может быть их несколько. И своими, как они идут? Они идут? Но я имею в виду паспорт привязки. Паспорт привязки? Нет. По игровому? Я с ним, допустим. Я понимаю, но паспорт привязки выдают. На схеме их 3 секунды. Вы оказываетесь в атмосфере тропических лесов. Ну, потому что они дают участок волос, солнечные дают эти великолепные крылатые сосна. Вы можете наблюдать окружающих вокруг бабочек, рассматривать их сидящими и пьющими своими хоботками нектар, цветов и фруктов. Некоторые красавицы просто отдыхают, сидя на листьях или стволах растений, и позволят себе раздуть во всей красе. Многие бабочки также не помнят.